Я приветствую всех и каждого, с вами Бадди, мы продолжаем проходить маунт, и вы знаете, что-то под конец игрушка дает довольно неприятное ощущение, мне что-то стрёмно здесь так бродить. Как говорится, сознание рисует страхи больше, чем в принципе предлагает игра, но в любом случае, факт остается фактом. Давайте поставим еще одну шестеренку. Так, и нам остается одна, да, получается, потому что здесь место только под одну шестеренку-то. Еще три свечи нам нужно найти. Почему нельзя взять эти, я не знаю, но в любом случае нужно найти три свечи и придется обращать внимание на каждую из. Ладно, да пойдемте туда, где нас маленький мертвый мальчик зазывал. Возможно, там что-то прояснится. Как минимум найдем или шестеренку, ну или хотя бы свечи. Хоть сколько бы ни будь. Ух, так, хочется уже добить игру. Знаете, вот то, что сейчас, и то, что было в начале, такие кардинально разные две игры. Вот для меня, по крайней мере. Поначалу все это было как-то так. Ну не сказать, что несерьезно, но как-то. Не настолько жутко, как это есть сейчас. Ой, там показалось, кто-то сидит, а там, по-моему, кто-то сидит. Так, толчок. Грязный причем толчок. Так, что за звуки, не пугайте меня, там кто-то сидит. Там реально кто-то сидит. Там два трупа. Так. Здесь я был. Неохота мне туда заходить, но давайте. Давайте это делать. Мертвый человек. Фотографии. Пусть там хоть что-нибудь будет, а? Там вообще ничего. Так, свеча, отлично. Еще одна свеча. То есть нужно найти нам две. Блин, почему у меня мурашки по телу бегают? Мне так здесь стрёмно. Я еле сдерживаюсь, чтобы не выключить игру. Почему-то очень жутко мне. Я не знаю, это под настроение игра что ли попала. Мне такое ощущение, что у меня сейчас что-нибудь выскочит, мне придется убегать или еще что-то. Так, мне нужно найти еще одну свечу, остро причем нужно найти. Где она может быть? Я не представляю. По-любому в каком-нибудь ящичке, который я пропустил. Шестеренка, отлично. Мне для счастья не хватает только одной свечи. Я даже не представляю, где она может быть. Здесь? Так, а где я мог пропустить такой шкаф, чтобы в нем лежали свечи? По закону подлости я теперь эту свечку буду искать до усрачки. Ладно. Давайте здесь осмотримся внимательно. Ну вот где я могу ее пропустить? По-любому же. Где-нибудь далеко отсюда. Какой-нибудь ящик потайной. Свечка, свечка, покажись. Буду тебе очень рад. Мне кажется, если я сейчас увижу где-нибудь свечку, я испытаю такое эмоциональное потрясение. В хорошем этом смысле слова. Сопоставимое с прохождением Beyond Two Souls, Heavy Rain и всех остальных игр вместе взятых.
свечка, ну где же ты, моя маленькая? Пожалуйста, покажись. Ладно, давайте шестеренку ставим. Может быть, она вот здесь лежит, было бы прикольно. Так, 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 так. Шестеренка. Дергаем. Чё, не нравится? Нет, пошел процесс. Свечку. Мы хотим свечку. Кто мы? Мы игровой канал Бади. Что мы хотим? Мы хотим свечку. Когда мы это хотим? Мы хотим ее прямо сейчас. Давай, 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 свечка, свечка. Та-ра-ра-ра-рам, там-там, та-ра-ра-ра-рам, там-та-ра-рам, тап-та-ра-рам, тап-тап-тап-тап. Все, бежим вставлять свечки. Так, а это случайно не потайное место? По-моему, это потайное место. Нет, я сюда пришел. Фух, пошли. Три свечи. Что будет дальше, я даже не представляю, но хотелось бы, чтобы было что-то. Если это будет конец игры, я буду счастлив. Так, демоны, вам меня не схватить за жопу, я уже почти пришел. Надеюсь, по крайней мере. Может, это вообще штука половина игры, если не ее начало. Я же не знаю, сколько она длинная. Все, понеслась. Понеслась, что происходит? Дальше что? Так, может, ворота открылись? Сим-сим. Сим-сираби, махаляй, махаляй. Да, ворота открылись. Отлично. Так, что это было за красная надпись? Не хочу никуда отвлекаться, я пошел наверх. Мне нахер не нужны ни ваши карточки с Ирландией. Я просто хочу закончить эту игру. Почему она такая стрёмная, я не понимаю. Мне не было страшно вообще в начале первых, наверное, серии 3-4. Вот эти последние что-то меня прям до жути пугают. Так, что это? Надпись, появись. Что-то не хочет. Так, там наверху какой-то крест. Лавочка. Давайте подниматься. Ненависти не будет конца, пока кто-то не перестанет ненавидеть. Кто-то вроде меня. Ричард О. Харрис. Опять мертвые мальчики. С птичками. Ну, он, кстати, по текстуркам похож на Питера, которого мы видели на фотографиях. Давайте проверим, так ли это или нет. Ага, он исчез. Так, сюда можно пройти. Давайте посмотрим, можно ли пройти сюда. Можно. Можно, и нам явно сюда. Здесь уже бывал. Мне знакомо это место. Мне знакомо это место. Помню, как было тепло в спине от солнца. И... Рэйчел. Мы были вместе с Рэйчел. Обнявшись, лежали на песке. Мы так друг друга любили. Онья с Питером. Играли на берегу. Искали под камнями маленьких крабов. Любопытные, полные жизни. Так, ну Рэйчел фотографию мы видели еще в той пещере, которую мы находили. Так, павильон Бреннана. Не знаю, что это такое, с чем его едят. Но нам явно потом туда. Информационная табличка. Так, она нажимается. Так, семафор. Снаряжение, появился ключ. 01
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Давайте я, наверное, потрачу время и зарисую. 0. Так, 12 и... Сколько это? 7, что ли? Где-то 7 примерно. Так, второй это 6, 7. Так, 8, 9, 40 или без 15, 7 скорее. И 9, последний. Тени, отвалите. Без 20 и 10. Ладно, запомнили. Проходим дальше. Давайте сначала на улице осмотримся. Потом уже пойдем внутрь. Семафор, семафор. Так, а здесь обрыв, нет? Электричество-то есть? Нам по-любому сначала нужно будет подать сюда электричество, а потом уже семафорить. Так. Четыре колеса позволяют открыть запор на воротах. Нужно было записать код. Какой код нужно было записать? И где его нужно было взять? Так, мы еще один ключ взяли. Пойдемте посмотрим, что там. И уже потом будем паниковать. Высоко. Высоко сижу, далеко гляжу, да? Нужно открыть засов. Ну, открываем. Засов застрял. Может быть, для этого мне нужна палка? Да что вы издеваетесь надо мной? Засов у них застрял. Я что, по-вашему, не могу перелезть сюда? Господи. Что за глупости-то? Ладно, пошли спускаться и пошли туда, где он начинал свой диалог. Хоть бы тогда дверь сделали непроницаемой, которую перелезть нельзя. А то калитка по колено. Он не может через нее перелезть, потому что засов застрял. Ладно, пошли посмотрим, что здесь. Нам в любом случае надо будет возвращаться. Это очевидный факт. Подыщите подходящий предмет. Ручка? Нет. Ключ подошел. Мы использовали один из ключей. Ладно, пошли спускаться. Так, здесь что-то есть, нет? Не, вроде пусто. Просто проходим. Так, пока ничего не вижу, ни на земле, нигде. Оп, ребенок. Мой сын жив. Слышишь? Мой сын жив. Кто ты? Кто ты, блядь, такой? Бля, он ко мне ползет, пацаны, я не знаю, что с ним делать. Не ползи ты, господи, ползи куда-то в другую сторону. Ага, жуть какая. Исчезай давай, фу. Я думал, до меня будет ползти. Так, здесь ничего нет, никакого потайного места. Ладно, проходим. Я на потайные места уже внимания не обращаю. Я уж хочу добить игру.
во всех переносных и прямых смыслах этого слова. Так, что-нибудь здесь на косе есть что-нибудь? Не, вроде пусто. Ну так, на первый осмотр. Так, вон там что-то есть. Потайное место? Похоже на то. Ну, давайте будем считать, что мы нашли все открытки, потому что сейф я тот нашел в доме. По крайней мере, место, где оно есть. Но я там в темноте не нашел кода. Потому что там реально было темно. Я просто забил. Поэтому будем считать, что мы нашли все потайные места. Не знаю, насколько это повлияет на развитие сюжета. Нахождение этих всех открыток или нет. Но я, если честно, сомневаюсь. Так же, как и нахождение всех этих крестов Бригитты. Вот он, кстати. Про солнышко вспомнишь, оно и встанет. Так. Поищите подходящий предмет в вашем снаряжении. Лунный ключик. Отлично. Так, а у меня там было 8 кнопок. 8 вариантов. А здесь всего 2. Как быть? Я, если честно, не особо понимаю. Так, ну давайте так, чтобы все совпадало с рисунками. Там внизу рисунок есть. Так, он не совпадает, да? Так, 4. Рычага. Но у меня один вариант только. Что нужно сделать опять время 10-10, как это было в песочных часах в самом начале. Ну, похоже, да, что... И цифры нужно сделать 10-10. Допустим, однерка у нас делается так. Одна цифра здесь, одна... На шестерке. Так. Ну и опять десятка. То же самое. Но я сомневаюсь, что это верное решение. О, получилось? Деревянный ящик с 4 дисками. Нет, получилось. Мне показалось. Ладно, давайте думать. Я не знаю, почему это именно эти цифры. Я уже долго мучился с ним, пытался понять какую-то связь, но должно быть именно вот так. Мы услышали щелкающий звук вдали. Я так понимаю, это засов открылся. Я редко пользуюсь какими-то подсказками, но я тут, если честно, запарился. Я не совсем понял. Какого хрена цифры должны быть именно так? Сейчас пойдем еще раз посмотрим к этому засову. И по календарю посмотрим. Там цифры получаются 7, 5, 12, 12. Чего не значит, я не знаю. Скорее всего, это 1993 год. Потому что, помните, мы были в... Ой, где же мы были-то? В пещере. И там была надпись «Запомнить, запомнить, запомнить, запомнить это». И там везде варьировался 1903 год, день рождения, да? 1993. Ну, конечно, посмотрим, что я там записывал. 1-9-29 это там было. 9...
Тройка у нас 22:30. Ну, не знаю, в общем, я пока логики не уловил. Если кто-то уловил, напишите в комментариях. Я просто посмотрел, как должно быть правильно, и включил. Это вот пока та головоломка, которая меня... Не понял я, в чем ее прикол. Давайте смотреть. Ну, хер его знает. Не понял я, ладно. Пошли наверх. Нихерово у них так засов открывается с помощью таких механизмов мудреных. Аллилуйя. Вот это, по-моему, самая-самая нелогичная головоломка во всей игре. Вот честное слово. Вообще в ней никакого смысла. Просто ради того, чтобы задержать игрока и заставить его попариться. Вы знаете, у меня такое ощущение, что мы бродили как бы по внутреннему миру, по душе нашего главного героя, то есть каждая локация символизировала какой-то отрезок его жизни, да, то есть побродили по остаткам его памяти. Ну, видимо, после потери жены и ребенка он свихнулся, и все это вместе намешано в таком стилистичном мире. Ну, сейчас посмотрим, я так понимаю, это концовка уже, да? Мы дошли до самого главного сейфа, и, я так понимаю, в этом сейфе разгадка всей игры, то, к чему он шел. Своего рода какое-то такое освобождение. Еще один крест Бригитты. Вторую фотографию не могу понять, что первую мы уже видели в пещере, на второй что изображено? Очки, что ли? Девушка в очках? Да. Питер. Питер Леонмер. И чё? Это еще не все. Ну, я так понимал, этот крест должен быть последним, поэтому я кучу пропустил. Но не кучу, 4 штуки. 5. Давайте смотреть, что мы можем тут еще посмотреть, кроме сейфа. Да, в принципе, ничего. Давайте напрямую к нему. В нем самое главное, то, к чему мы шли все эти серии. Подождать. Дать время пройти. Подождать.
подожди, скоро мы встретимся. Офигеть, он собственноручно убил своего ребенка в ванной. У них была какая-то общая болезнь, видимо, связанная с психикой. Он не смог вылечить себя и убил своего ребенка. Музыка перекрывает слова, но это не я виноват. Я не могу настроить настройки звука. Да, довольно тихий голос у него, что он письмо читал, что сейчас, но одно понятно, это своего рода его чистилище, его собственное чистилище. Он убил собственного сына и пытается как-то в этом разобраться, пытаясь понять тайны горы Монтегю, вершины Монтегю. Все-таки правильно, под конец мы узнали, что игра называется Монтегю Маунт. История завершится в освобождении. Скоро на PC, Mac и Linux. Я так понимаю, это будет DLC? Или игра так будет называться? Но в любом случае, заделание сделали неплохой. Я вам скажу, игра настолько... настолько пропитана атмосферой отчаяния, безысходности и... одиночества, что я вот честно, под конец меня уж... передергивал некоторые моменты. Прям очень неуютно было ходить, доигрывать игру было очень неуютно. Не знаю, как это смотрится на видео, но вот сидя за клавиатурой с мышкой, я чувствовал себя очень неуютно. В редких играх я себя ощущал именно так. Дело даже не в страхе, а вот именно в какой-то... в каком-то ощущении, знаете, такой тревоги, что ли. Неприятные, в общем, ощущения, и разработчикам удалось передать это игрокам. За это им огромное спасибо. Посмотрим, ну попробую следить за проектом. Если кто-либо узнает, когда это освобождение выйдет, маячкните мне, мы его обязательно пройдем, узнаем, чем закончится история этого больного придурка. А надеюсь, вам понравилось. С вами был Anybody Play. Надеюсь, это уже конец, и мы с вами ничего не пропустим. Но на всякий случай подождем. Есть у игры что-то общее с Элеузис. Прям я когда играл постоянную память, вспоминал, отсылали меня в это прохождение, обрывки памяти. Есть, конечно, что-то и от Амнезии, но, конечно, сравнить их нет смысла. Совсем другой геймплей, совсем другие уровни сопереживания и самое главное, ощущение опасности совсем другое. Что-то одни и те же картинки показывают. Но в любом случае, увидимся в следующих прохождениях. С вами был Бадди. Все, пока. Пока.